снимаем. Пришли загорать, а тут холодно. Холодно, что-то холодно. Вот наша мечеть Али-Мали, Кали-Мали. Я туда ухожу. Намаз, намаз. А вот там, покажи еще. А вот греческий, греческий. Любимые наши Евпатория. Ну так, тепло. Тепло, только сегодня что-то ветер. А, зубная клиника вон там, вон. Вон она, двухэтажная зубная клиника. Гостиница Крым, гостиница Крым. Здесь это, здесь во время войны эти десантники высаживаются, знаменитый евпаторийский десант высаживаются вот здесь. 5 января, да, вот здесь вот, 42-го. Вот здесь вот они прямо и высаживались. Ну как бы там неудачный был десант, но тем не менее. А вон горы, покажи горы. Плохо видно, но короче вон те самые горы. Вон там в дымке, короче. Их очень редко видно. Если что, круто. А вон дом между мечетью. Вот мечеть, храм, а между домом Дувановский дом. Это мэр какой-то тут старый. Старый мэр, который все тут основал, эту Евпаторию построил, перепостроил. Память о нем все очень уважают. Ну как бы круто. Сюда заходили. Здесь рыбаки обычно. Бабушке привет! Лидия Григорьевна, привет!